И всем привет, с вами как всегда я Shadow, и вы наверное помните, как я раньше очень любил снимать видео по Minecraft Bedrock Edition, ну то есть Minecraft для Windows 10. Ну так вот, я решил попробовать вернуть эти видео, в общем-то почему бы нет, как-то ностальгично, да и вообще. В общем-то сегодня я поиграю в Lucky Wars, и я очень давно не играл, можно сказать, что даже вообще не играл. В общем, сейчас попробую этот мини-режим в Майнкрафте PE, узнаю, как там играют игроки на телефонах в Minecraft Bedrock. Ну, в общем-то, все впереди, давайте не будем задерживаться и поскорее приступим. Погнали! Да, главное меню тут, кстати, не изменилось. 1.16.40. Прям как на ПК. Это адское обновление, ладно. На Кубкрафт заходим, на наш любимый сервер всеми. Сейчас посмотрим вообще. Значит, лобби, в принципе. Ну да, лобби. Я помню, какое раньше было лобби, и оно очень сильно изменилось. И, насколько я понимаю, добавили очень много разных мини-режимов. Но сегодня мы будем играть в Lucky Wars. В общем-то... А так, в принципе, больше, я думаю, ничего не поменялось особо. То есть, механика вся та же самая. Доната только больше добавили, наверное, но это уже, в принципе, особенность этой версии. В общем-то, давайте зайдем на Lucky Wars, посмотрим, что у нас здесь. Даже есть отдельное лобби для Lucky Wars, как я вижу. И здесь у нас есть соло и есть команды. 4 человека в команде. Ну, будем играть соло. Сейчас нам не до команд. Попробуем просто так, чисто в соло. В общем-то, давайте приступим. Окей, вот начинается наша первая каточка. Я знаю, что тут есть киты. Я, в принципе, пробовал, да и вообще везде есть киты. В общем-то, всегда я играю с китом строитель. У нас 16 камня для строительства и кожаный нагрудник. Ну, в общем-то, лаки-блоки здесь скрываются вот так. Вообще, любую можно кнопку мыши нажимать. То есть, либо левую, либо правую. Но я всегда нажимаю правую, то есть атаковать. Ой, левую, извиняюсь. В общем, сейчас посмотрим, что у нас тут выпадает. Конечно же, лут будет не такой прекрасный, как и на Lime World, я так понимаю. Но это понятно, потому что здесь играют игроки с телефонов. И я не думаю, что такой лут, божественный OP-лут, в общем-то, был здесь бы уместен. В общем-то, картошка мне не нужна. Но я думаю, что я обладал весь свой остров. Поэтому можно строиться. Здесь у нас... Опа, механика строительства осталась. Можно вот так вот, как я раньше любил делать. Я думаю, что я не разучился так делать. Сейчас попробуем. О, получается, отлично. Только у меня меча нет. Ну, мне не важно, я же с компьютера играю. Можно хоть всю игру без меча проиграть. Что-то у чувака интернет лагал, ну ладно. Так, опа, а, топор. Я мог, в принципе, топором, ну ладно, без разницы. Вот ко мне уже идут, хотя нет, передумали. Эндерпером тэпаются. Ну, короче, давайте попробуем вот так вот сделать. Ух, жесткий этот меч. Ой-ой-ой, я инвентарь открыл. Я чуть не сдох просто. Было бы прикольно на самом деле. Типа я с компьютера умираю от телефона. Ну как это сказать? От игрока, который играет на телефоне. В общем-то сейчас подхились и что за лук? Не написано. Ладно, давайте попробуем. А. Ага. Круто. Тут даже лук есть особенный. Не, ну я это знал просто. В принципе, логично. Я же играл когда-то давно. В принципе, я не настолько здесь впервые играю. Да давай, умри уже, пожалуйста, чувак. Я понимаю. Этот мостик, кстати, я тоже знаю. Я думал, его как-то изменили, а вроде нет. Кстати, это же получается мое первое видео по Майнкрафту ПЕ, Майнкрафт для Windows 10, на моем новом компьютере. Это насколько получается давно у меня не было видео по Майнкрафту ПЕ. Просто жесть. Ну тут вообще для меня играть просто, я поэтому-то и люблю здесь играть, потому что для меня это просто. Я хоть где-то могу тащить, вы меня понимаете, я думаю. Снеговик его. Вот эти крысы уже задрали. Мне нужно выбить срочно нормальное оружие, а то золотые вещи всегда ломаются очень быстро. Ну-ка, тут что-нибудь есть? А, точно. Есть у нас тут этот меч. Я что-то его не залутал как-то. Не знаю. Забыл. Неважно. Давайте залутаем еще эти лаки-блоки. В принципе, я уже вспомнил, как играть, и я понимаю уже всю эту механику. И что у нас там? Чувак еще один есть. Давайте-ка вот так вот сначала раз. И не пойдем там, пойдем здесь. Удивим его приятно. Ну-ка, мне, наверное, ничего от него не надо. Не только нагрудник.
Замораживающий лук, я так понимаю. Ну, по-моему, я помню, как он работает. Ну, ладно, потом. Тебе просто лед вокруг игрока появляется на некоторое время, и все, по-моему, так. Что-то такое. Ладно, где у нас там последний игрок? А, все вижу. Ну, это будет просто, я думаю. Если я, как всегда, не тупану, потому что... Ну, вы меня знаете, я Shadow. Люблю играть с компьютера против игроков, которые играют на телефоне, и при этом умирать. Ну, вот так вот, да. Опа, не получилось. Но это был довольно-таки умный ход. Не ожидал. Вот так вот, это была, в принципе, наша первая каточка. Ну, а мы переходим ко второй, я думаю. Так, вот наша вторая каточка. Карта, кстати, еда. Прям моя тематика. Ну, опять берем строителя и... Сейчас будем опять тащить. В принципе, кстати, карты все я, наверное, тут помню. Вот только на этой карте я, наверное, впервые играю. Может быть, ее недавно добавили что-то такое. Тут же обновление все-таки есть. Я это знаю. Не все карты я тут испробовал. Ну, кстати, вот свою любимую карту я помню. Если она попадется, я, разумеется, запишу. Вот ее я прям тщательно помню просто. Мою любимую карту, в смысле. Это как... А, все. Ну, Bedrock Edition. Ага, понятно. Па, алмазный меч. Ну-ка, кого можно там убить? Там ботинки валяются халявные. Давайте их возьмем. Ничего себе тут ботинок. Прям на... Очень много. Две штуки, да. Две пары. Нет, нет, нет. Ладно, неважно, забейте. В общем, давайте пойдем на центр, почему бы нет. Хотя, в принципе, там никого нет, зачем я буду туда идти? Мне прокачиваться-то и особо и не надо, я все равно сильный всегда буду. Поэтому, ладно, оставим центр, будем атаковать игроков. Дабы катку особо не затягивать. У него, кстати, хороший лут, было бы неплохо его не скидывать, а убить так. Во, отлично. Так, ботинки мне не нужны, это я знаю. Ну-ка, слизневая... Это... Типа посох слизни, но это что-то как-то не посох немного. Ну, понимаю. Ну-ка, давайте посмотрим, как он работает. Ага, понятно. Выплескивает слизней. Давайте им поможем. Я думаю, они меня атаковать не будут. Они же меня не атакуют. Не, я думаю, не атакуют. Мне надо бы арбузов побольше накопать. Ну, ладно. Топор еще это добывать. А так медленно. Мне нужен только шлем. Топор. Ладно, я не буду все равно, мне лень. Так, что у нас здесь? Опа, смотрите, какой алмазник крутой. Было бы неплохо его сейчас убить, а не скидывать. Профессионал прям в PvP, конечно, очень. Профессиональный игрок. Умеет. Что еще тут у него было? Алмаз. Да, в общем-то, ничего. Давайте вот так вот обменяем. Так, а это что у нас за... горячая картошка, я так понимаю. Типа бросать ее можно. Ну, давайте сейчас попробуем на том последнем игроке. Вон он там стоит. Ну, я доброшу, не доброшу. Я так понимаю, она взорвется. Но я не добросил. Ну, ладно, она взорвется. Да, она взрывается. В бездне взорвалась. Окей. А у меня есть эндерперл, зачем мне заморачиваться? Я сейчас бы упал в бездну. Пока, чувак. Извини. Я даже уже случайно на новую игру нажал. Ну, ладно. Опять эта карта. Наверное, давайте я выберу другую карту и перезапишу. Ну, третью катку. Окей, вот она, другая карта, просто не хочется играть на одинаковых картах, хочется как-то, если три катки, то пусть будет три разные карты, мне так будет интереснее, в принципе. Кстати, неплохая карта, типа, это, конфетка, ну тут пончики. Центр неплохой, мне нравится, но это все равно не моя любимая карта. Ладно, поскольку это третья последняя катка, я думаю, что покажу в других видео, потому что я думаю, что я буду возвращать Bedrock Edition на канал. Типа, почему бы нет? Это как бы и лишнее видео, и лишний контент, да и мне легче это снимать. Да и вообще что-то новое. Я очень давно здесь не был. Ладно, с ведьмой я тупанул, но это уже как обычно. Пусть она живет пока что. Мне она не мешает. Инструменты каменные возьму. Поем и... Так, я тут допрыгну, а я тут допрыгну. Это мне не надо. Ну, давайте вот так вот. Картошку, наконец, нормально кинем. Сейчас посмотрим. О, найс, взорвалась. А, этот... Что он делает? Он, по-моему, тоже взрывается. Угу, да. Он, кстати, большой такой взрыв оставляет. Опа, прикольно.
И у нас тут лук-дробовик. Вот тот, который я в первой катке пробовал. Вот так стреляет прекрасно. Причем тратит одну стрелу, по-моему, если я не ошибаюсь. Опять слизни. Давайте их на центр запульнем. Ботиночки тут возьмем. И этот лаки-блок сломаем, пойдем на центр. Так. Угу. Это у нас... Ага, это кирка на эффективность 13.37. Понимаю. У меня, кстати, есть не идея одна. Не знаю, получится ли мне ее воплотить. Но идея неплохая. А это что за лук? Опа, взрывной лук. Хе, я его всегда сразу узнаю. Вот взрывные луки, где бы я ни играл, я его узнаю всегда. Стоит только в названии мне увидеть эксплозив или взрывной, то все. Это... ГГ. Ну-ка посмотрим. Тут же механика такая, как на Вайм Ворлде. Ну да, механика тут одна. Ладно, мне с этой киркой пока делать нечего. Это у нас палочка регенерации. Ладно, пока тратить не буду. Может быть, пригодится. Так, опа, алмазный меч. Кстати, я, по-моему, видел железо на центре. Если я не ошибаюсь. Да, 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 железные блоки. Сейчас, наверное, скрафтим брони. Потому что что-то как-то по броне не очень. Ну что мне нужно? Нагрудник, шлем и ботинки. Жалко, на штаны не хватает. Кстати, штаны было бы очень даже так неплохо бы скрафтить, что-то как-то я не посмотрел. А железных блоков больше нет. Ну ладно, без штанов обойдусь. Чё, я всегда без штанов. В Майнкрафте, я имею в виду. И в выживании что-то как-то не очень везет мне никогда на штаны. Да, уронись. Все отлично. Опа! Зомби этот час не подарит штаны, я так понимаю, да? Ага, круто. Ну-ка, я фул железник, да. А, нет, стоп, у меня еще ботинки не железные. Ну ладно, ботинки это ботинки. Опа, это что у нас компас, который указывает на игроков, если я не ошибаюсь. Да, это плеер трекер. Компас, который указывает на игроков. Опа, кажется, я сейчас смогу воплотить свой этот план с киркой. Возможно. Ну, вы увидите. Вы, наверное, уже поняли, о чем я. А, нет, убежал. Ну вот же ж труса. Короче, вы уже, наверное, поняли, я просто хотел под ним блоки вот так вот раскопать и все, чтобы он упал. Это логично. Давайте, наверное, воду закроем, а то она мешает. Это мне не надо, все. Так, ну давайте как-нибудь заманим, я не знаю, типа... Ну... Вот, посмотри, у меня... Ага. Получилось. Давай, давай, иди сюда, иди сюда. Есть! Получилось, я обожаю просто так делать, реально. Это очень круто. Ну и взлезаем палочку регенерации, чего бы нет. И регенерируемся, и сейчас убьем вот этого последнего игрока. И третья катка завершилась, в принципе, тоже довольно-таки просто. А мы переходим к прощанию. Ну и вот какой у нас получился видеоролик по Lucky Wars в Bedrock Edition. Я надеюсь, что он вам понравился. Я думаю, что на канал я буду возвращать Bedrock Edition. Ну, потому что это реально прикольно. И для меня как-то просто записывать видеоролики. Ну и, наверное, интересно будет как-то обстановку сменить, я не знаю. В общем-то, если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вы хотите Bedrock Edition побольше на канале, то пишите в комментарии. Мне вообще, если честно, не сложно. Я, если честно, записал эти катки вообще с первых попыток. То есть у меня не было неудачных дублей вообще. Вот, мне это просто нравится, я это просто обожаю. Ну и, в общем-то, на этом, я думаю, все. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. С вами был, как всегда, я Shadow. До новых встреч.